Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы продолжаем нашу череду экспериментов. Экспериментов. В прошлый раз я записывал ASMR-видео на телефон без микрофона, соответственно, без профессиональных микрофонов я писал. Но на этот телефон оказалось, что у него довольно-таки неплохие микрофоны, стерео, то есть у него и с этой стороны, и с этой стороны есть по микрофончику. Это, кстати, сделано для того, чтобы тебя чётче было слышно, когда ты разговариваешь по телефону. Да. Так вот, оказывается, и с этой стороны есть микрофоны. Сегодня мы будем использовать мой телефон Samsung Galaxy Fold в качестве микрофона. Снимать я буду на камеру, какую я обычно снимаю. Я вот установил вот такую вот подставочку для того, чтобы у меня были свободные руки. И сегодня мы будем делать разные триггеры на вот такой вот необычный телефон. Точнее, на необычный микрофон, да, скажем так. Потому что этот телефон-микрофон дороже, чем два мои микрофона Rode. Что там, он даже дороже, чем четыре микрофона Rode. Ну, давайте будем пробовать этот необычный ASMR. Я буду пробовать разные триггеры. Начнем с вот этих вот мега-крутых репешков. Я себя не слышу, опять же, я не знаю, какой будет результат. Я могу лишь надеяться, что он будет нормальным. Но если, конечно, ничего не получится, тогда вы этого видео не увидите. Насколько это будет тихо, громко, и вообще, может быть, это будет не очень хорошо, но посмотрим. Посмотрим. Так, следующий триггер — ножнички. Иначе телефон может быть у ASMR-артиста, конечно же, со стереомикрофоном. Так, прекрасно. Баночка. Баночка.
чтобы максимально. Чувствуем, я ощущаю, что все-таки есть что-то, какой-то эффект должен быть, и вы что-то должны слышать. Деревянная ручечка такая у кисточки. Конечно же, моя кепочка. Слышно сейчас. Может быть, это не очень, а может быть, и кайфово. Но не вижу кайфово. Так, с двух сторон сразу.
друзья мои, вот и все. Вот и закончился наш ролик. Напишите, как вам понравилось или нет. Что у вас больше мурашит? Топовый микрофон Rode? Либо же, может быть, такой звук, как здесь. Или по-разному. Напишите, пожалуйста. Я буду стараться делать разный характер ASMR роликов, использовать разное оборудование, разные микрофоны. Поэтому, друзья мои, в следующей серии микрофон из картошки. Интересно, на то и можно сделать микрофон из картошки или нет. Я знаю, что из картошки неплохие получаются конденсаторы. Вот, вот по поводу микрофона не могу сказать. Всем пока, всем пока. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!